Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в симулятор мотомеханика. Итак, у нас с вами остались два мотоцикла, но существует некоторая проблема. Заключается она в том, друзья, что я забыл, какую деталь в какой мотоцикл нужно засунуть, а точнее поменять ее. Там сигнал и переключение передач. Но в какой мотоцикл засунуть сигнал, например, я понятия не имею. 23 бакса, кстати, всего лишь нам заплатят. Так, ну ладно, давайте, наверное, методом тыка действовать. Так, что тут за статуэтка на крыле? Так себе выглядит на самом деле. Ну-ка, а здесь? А здесь у нас, смотрите, какой-то панк-череп. Так, ладно, друзья, давайте приобретать, наверное, этот сигнал. Посмотрим, как он выглядит вообще. И сейчас попробуем поменять сначала в одном мотоцикле, потом в другой. Так, какой там номер был? Сейчас посмотрим, короче. H218. Так. H218. Вот он. Ну-ка, все это дело мы свернем. Чуть-чуть подзумим. Вот так он выглядит. Осталось его только найти. Давайте сразу приобретать тогда. Можно сразу все. 19 баксов, блин, стоит. Не так уж и много мы заработаем, на самом деле. 25 нам заплатят. Так что... Может, надо было нахер послать заказчика, да и все, и не мучиться. Так, переключение передач. GS617. Так, ищем G617. Давайте тоже посмотрим, как эта деталь выглядит. Так, ну, это все понятно. 79 баксов. Ну, там, кстати, неплохо платят, по-моему, около 150. Или вроде того, можно посмотреть. Хотя нет, 98, друзья, ну, так себе, да. Что-то совсем гроши нам платят за такую работу-то. Так, ну, давайте, я не знаю, с какого мотоцикла, блин, начать. Давайте попробуем здесь сигнал поменять. Размещаем на подъемнике. И давайте, наверное, вот такой вот вид поставим, чтобы найти сигнал. Где он вообще должен находиться, мотоцикл? Скорее всего, где-то здесь, наверное. Пока что я не вижу похожие детали хотя бы, хоть немножко напоминающие. Так, вот, нашел, друзья. Здесь надо открутить, судя по всему, вот эту вот деталь. Так, давайте переходим в этот режим. Да, нужно было выкрутить гайку, чтобы достать сигнал. Так. Эта запчасть, друзья, написана неисправно. Для того, чтобы использовать ее снова. Так, ну, судя по всему, мы угадали. Мы, похоже, угадали. Да, друзья, нужный мотоцикл. Я надеюсь, по крайней мере. Так, закручиваем. Достаточно легко, но и мало денег мы получим в итоге за эту работу. Так, давайте перепроверим на всякий случай. Сразу избавимся от этого мотоцикла. 23 бакса. Да, все, друзья, поменяли. Отлично, давайте теперь переключение передач. Поменяем здесь, в этом мотоцикле. Устанавливаем его на подъемник. Ну и давайте искать. Вот здесь вот внизу. Где-то тоже врубим такой вот вид, наверное, чтобы было поудобнее. Так, вот она, нужная нам деталь. Достаточно быстро я ее нашел. Ну и, собственно, откручиваем болты, гайки и так далее. Все как в симуляторе автомеханика. Делаем вот так вот тоже. Как вы видите, она неисправна. Задамажена слишком. Так, теперь ставим новую. Надо вот только нащупать. Нащупать место. Блин, смотрите, сверкающая ручка. Или я не знаю, как ее назвать. Так, и теперь болт нам нужно закрутить. Зато болты здесь не нужно покупать, друзья. Все. Закончились, собственно. Вот так вот. Еще одно выполненное задание. Так, что-то я кружусь вокруг своей оси. Забыл совсем, где телефон находится. Странно, что через компьютер, кстати, заказы нельзя принимать. Так, ой-ой-ой, смотрите, там уже дорогой какой-то заказ. Давайте сначала избавимся от этого. Так, и мы, возможно, нет, хотел сказать, прокачали уровень, но нихера подобного. Так, ноль, опять за ноль, это реклама какая-то, идите нахер, не знаю, но принимаю на всякий случай. Даже читать не стал и переводить. Так, давайте посмотрим, что это за задание у нас. Уже какой-то посерьезнее, судя по всему. Возможно, столько нам платят из-за того, что эти детали, эти запчасти дорогие. 11, кстати, опыта. На этот раз мы, наверное, будем по одному заказу принимать.
Так, давайте начнем, наверное, с этого. Здесь всего лишь одну деталь нужно поменять. Смотрите, стартер. Давайте принимаем. Сейчас посмотрим, как выглядит мотоцикл. Ну, блин, опять в таком же цвете, хотя здесь зеленые вот такие вот детали. И сзади скорпион, смотрите. Ну, не знаю, мне кажется, как-то не сочетается вот этот вот зеленый цвет и золотой, золотистый такой. Так, ладно, давайте приобретать деталь в первую очередь. Посмотрим, как она выглядит вообще. Food Starter. Это не просто стартер, а стартер левел. Так, и здесь нам 714 нужно. Давайте глянем. Так, ну понятно. 119, да, смотрите, достаточно дорого стоит эта деталь. Приобретаем. Выходим отсюда. Сейчас быстренько заменим. Я думаю, без труда ее смогу найти. Вот тормозная система. Так, а вот и стартер. Просто его убираем вот таким вот образом. Он никак не прикручивается. И ставим новенький. Все, друзья, вот, собственно, и выполнили задание. Да, я надеюсь, по крайней мере. Так, да, все. 111 баксов, мы заработали, 7 опыта. И опять, блин, какое-то странное сообщение. Какие-то шутки тут приходят, смотрите, на телефон. Чувак, у меня есть отличная шутка. Маленький ребенок сказал, говорит другому. Ну, короче, сами приведите, кому нужно, друзья. Что-то про солнце и про полет. Надеюсь, она будет смешная для вас, эта шутка. Так, давайте самый дорогой заказ, наверное, выберем. Сейчас посмотрим, что по сложности будет. Может быть, эту деталь, эти детали я буду долго искать. Орнамент, смотрите, и hand grips. Ну, hand grips, понятно, что такое. Давайте сначала их и прикупим. Так, что там нужно было? 719. Прикупаем. Их-то несложно будет найти на руле. Так, дальше. А вот что такое орнамент, я не совсем понимаю. Орнамент 923. 923. А-а-а! Блин, ну не знаю, почему так много дают. Вроде легкое задание. Но, видимо, потому что все это барахло, да, слишком дорого стоит. Смотрите. Ну, вот такой вот черепок. Ну, собственно, мы такой видели уже, да? С иракезом, с рогами. Хотя были у того рога или нет, не знаю, короче. Так, приобретаем, в общем, все это дело. Сейчас изи поставим просто. Это даже в двигателе не надо ковыряться. Снова такой вот зелененький мотоцикл. Смотрите, какой у него бак грубый. Да, странновато выглядит, конечно. И было бы здорово, если бы у мотоциклов здесь также были матовые цвета. Так, снимаем. Снимаем эти грипсы. И устанавливаем новенькие. Ну и черепок нам нужно поменять. Он сзади у нас вот здесь находится. А что с ним не так? Он отлично выглядит. Это отражение, это не ржавчина. Не знаю, что ему не понравился. Так, а его просто так, друзья, нельзя снять. Его надо уже откручивать, судя по всему. Так, а как это сделать? Нужно, что ли, крыло все снимать? Я надеюсь, что нет. Да не может быть, чтобы все крыло нужно было снимать. Нет, вот он. Вот здесь два болта. Крепится на два болта. Так, и как их открутить? Нужно хорошенько вот так прицелиться. Один, второй. Теперь забираем черепушку. Написано, что она тоже повреждена очень сильно, но нихера подобного на самом деле. Так, и устанавливаем новенькую. Но зато новенькая, смотрите, серебристая. Хоть и из общего плана выделяется очень сильно, но тем не менее. Так, ну теперь два болта нам нужно закрутить обратно. Один вот здесь, вот, второй здесь. Быстро зато закручивается, не как в симуляторе автомеханика, где нужно прокачивать скорость закрутки. Здесь пока что ничего особо-то и нет, никаких скиллов и прочего. Но игра даже не вышла на самом деле в Стиме, так что посмотрим, что будет дальше. Так, выполнили. Самый дорогой пока что у нас заказ. Давайте сдавать и, наверное, еще парочку выполним. Так, сейчас посмотрим. 410 баксов, как вы видите. Так, и смс-ки даже за 0 баксов не пришло. Никаких очередных шуток на этот раз. Так, давайте посмотрим. Вот тормоза. Фронтальные. Давайте поменяем тормоза, возьмем. Так, сейчас запомним, как мотоцикл. О, черненький вот такой вот.
Так, в черном тормоза. Давайте сразу теперь еще несколько заказов возьмем. Так, это тормоза. Простые задачи и так много денег дают. Так, ну окей. Зеркала. Как-то мотоцикл выглядит, которому нужны. Серебристый, смотрите. Тоже симпатично выглядит. Черный и серебристый. Хотя бы дополнительных цветов не добавить. Хотя вот зелененькие все-таки детали есть. И бензобак мы уже такое видели. Вот это намного круче, мне кажется. Не такой грубый. Так, и там, кстати, такого темно-красного, вишневого, я бы даже сказал, цвета, детали. Так, сюда зеркала. Туда, я уже забыл, что туда нужно. А, туда тормоза. И последний заказ. Давайте сразу возьмем. Опять орнамент и свечи. Это у нас какой мотоцикл? Тут, кстати, на баке что-то даже изображено. Смотрите, как будто комета какая-то падает. Такой вот бронзовый цвет, наверное. Так, ладно, давайте сразу все детали тогда приобретать, я думаю. Так, погнали. Начнем мы с тормозов, пожалуй. 508, приобретаем. Дальше. Зеркала, наверное. Так, или давайте, да, давайте зеркала. 722. Приобретаем. Так, я купил, они не пропали. М722. Так, погодите, у меня деньги, что ли, закончились? В чем проблема? 722. 722, зеркала. Купить не могу, друзья. Сейчас давайте выйдем. Да, похоже, у меня денег не хватает. Так, ну, в любом случае, короче, по одной детали нужно сначала приобретать. А сколько эти зеркала-то стоили? Неужели больше, чем 200? 299, да. Дорогие что-то зеркала. Так, ладно, что я там купил? Я купил тормоза. Давайте хотя бы тормоза пока что поменяем. Нужен нам вот этот вот черный мотоцикл. Устанавливаем его. Так, это у нас передние тормоза, так что они где-то здесь у нас должны быть. Так, диск. Кабель, я вижу, тянется. Так, вот. Сами тормоза. Давайте разбортировать, в общем. Здесь все, что есть. Так, окей. Но колесо снимать не нужно, да, насколько я понимаю. Как добраться-то? Наверное, с этого нужно начинать. С фронтального тормозного диска. Так, что мы еще здесь можем снять? Ну, вряд ли эту трубу телескопическую нужно снимать. Хотя фиг знает. Так, кабель, может, наверное. Давайте вот сюда вот протиснемся аккуратненько. Посмотрим с этой стороны. Хотя, может, даже и не надо было снимать. Да, вот здесь вот достаточно. Да, друзья, судя по всему, я лишнего немного снял. Ну, ладно, нормально, ничего страшного. По крайней мере, я не снимал все колесо. Так, тормоза. Присобачим. Обратно кабель. Обратно болт. Так, и что я еще здесь снял? Вот здесь вот. И вот здесь вот болты. Закручиваем обратно. Все, вроде все на место поставил. Все будет нормально. Я надеюсь, ничего не забыл. Так, опять я кружусь в поисках телефона. Да, готово, друзья. И вот мы и прокачались до следующего левела. Что это нам дает, хер знает. Ничего, на самом деле, видимо, здесь плюшек никаких нет за уровень на данный момент. Здесь очень мало различного функционала. Давайте, кстати, посмотрим, сколько у нас там уже трофеев появилось. Один, по-моему, трофей дополнительный появился вот здесь вот, серебристый вот этот вот, или наоборот, бронзовый. И все остальное было. Книги бы убрать. Общее, на самом деле, общий вид портят эти книги. Так, ладно, давайте еще, наверное, заданицы выполним какое-нибудь. Что у нас там осталось? Деньги-то у нас теперь есть. Зеркала давайте поменяем, да, почему бы и нет. 299 баксов, я помню, они стоили. Вот здесь вот внизу находится. Так, какие конкретно нам нужны? 722. Как они выглядят хоть? Ничего себе. Так, ладно, приобретаем. Зеркала я должен был поменять вот у этого мотоцикла серебристого. Да, ну здесь такие стандартные, хотя мне такие нравятся на самом деле, но они небольшие.
немного там можно всего разглядеть. Сейчас надо только найти, как их открутить. Так, мне кажется, я уже нашел. Да. Давайте сразу поставим, наверное, новенькое. Подождите, я то же самое поставил, разве нет? Так, ну-ка. Снова уберем, попробуем. М-222. И другое я поставить сюда не могу. Может, я перепутал все-таки мотоцикл? Так, ну-ка, давайте это зеркало уберем. Тоже. Сейчас попробуем. А вот здесь вот могу. Видимо, я обязательно должен с этой стороны начать. Так, ладно. Вот такое вот зеркало, друзья. Прикручиваем. Переходим в эту сторону. Давайте сюда. Да, теперь и с этой стороны я тоже могу, смотрите, это зеркало присобачить. Все, готово. Вот такие вот теперь у нас зеркала. Они не сильно больше на самом деле. Но смотрите, насколько сурово выглядит и отлично дополняют общую картину этого мотоцикла. Так что давайте сдавать его, я думаю. Так, зачем я к компьютеру подошел, если мне нужен телефон? Сколько там платили за зеркала? $373. Так, принимаем. И на этом, друзья, я думаю, мы уже остановимся, продолжим в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.